Всем доброе утро. Сегодня 22 апреля 2022 год, ЛНР, город Брянка. 8 часов утра. Погода не очень. Мелкий дождичек такой, пасмурно. На градуснике всего 8-9 градусов. Хочу поздравить всех со Святой Пятницей, со Страстной Пятницей. Пожелать всего хорошего, друзья. Не буду длинные речи говорить. Хочу еще только сказать, вы спрашиваете в комментариях, куда я каждое утро хожу. Ну, вы знаете, что я утром и вечером хожу кормить котов. Поэтому короткие свои сюжеты снимаю рядом с домом. То в одну сторону иду, то в другую. Ну, как бы разнообразить. Сегодня ходила, купила водички, хлебушка и наполнитель для баксика. Обстановка у нас прежняя, но мы живы, здоровы, чего и вам всем желаем. Держимся, ждем. Ну и, конечно, вам всем пожелать, и нам в том числе, мирного неба над головой. И всего-всего хорошего. У нас будет все хорошо, друзья. У нас обязательно будет все хорошо.